Возвращаю. Здравствуйте, Вартан. Здравствуй, Ниночка. Что случилось? Это он меня возвращает. Ничего не понимаю. Ну, вы хоть разденьтесь, присядьте. Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды с счастливой семейной жизни. А точнее? Она... абсолютно не умеет готовить. Я умею готовить. Не умеешь. Умею готовить. Не умеешь. Умею готовить. Не умеешь. Умею. А я не умею есть то, что ты умеешь готовить. А яичницу? Опять яичница. Утром яичница. Днем яичница. Вечером яичница. А ночью омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыпленок. Кудахчет курица. Все равно от такой пищи, знаешь, закудахтает и петух. Я похудел. У меня болит все внутри. Потом у нас дом, это стол, большой стол, как вот эта комната. Знаешь, у меня бывают друзья, разные люди. Вот почему я возвращаю мою любимую жену, Нину Александровну. Муж мой. Ес шатем сыру. Ес крутить мусу. Дартеп кес. Азиджан, если кезем шат сыру, маразгей чем карах. Она мне говорит, я очень люблю тебя, даже сейчас соскучишься. Я тоже говорю, что люблю. Мы всегда так говорим. Она мне, я ее. Да. Ну что ж ты, Ниночка? Не, ну он-то, конечно, ведет себя как феодал недобитый. Возвращай жену, не возвращаю. Минуточку. Нет, простите, теперь я буду говорить. Вы ее вернули? Я ее приняла. Как? Так. Ваш брак – это мой брак. Ну, то есть, брак в моей работе. Приходите-ка за Ниной. Недельки через две. Она у меня станет вот таким кулинаром. Я муж или не муж? Я прав или не прав? Конечно, вы муж. И, конечно, вы правы. А Ниночка, возможно, и не права. А вы знаете, что говорят французы? Если женщина не права, нужно попросить у нее прощения.